Всем привет, я Елена Руденко, и это видео о Украине, моей родине, моей любимой стране. На улице Крещатик в Киеве проходит выставка российской военной техники, уничтоженной украинскими войсками. В феврале россияне планировали парад в центре Киева. Через 6 месяцев после начала широкомасштабной войны позорный показ ржавого русского металла – это напоминание всем диктаторам о том, как их планы может разрушить свободный и мужественный народ.